Как обычное яблоко может спасти тебе жизнь? Сегодня я купил странное яблоко, в котором кое-что было. Я начал его разрезать, но лучше бы я этого не делал. Потому что просто посмотрите, что оттуда выползло. Сейчас ты будешь в шоке, просто посмотри на это. Только предупреждаю, это может вас серьезно напугать. Смотрите на свой страх и риск. О господи, вы это видите? Там что-то шевелится, и мне уже становится как-то страшно, оно все ближе и ближе. И вот это существо, я его вижу, смотрите, все быстрее. О, нет!